Послание Отца Абсолюта от 6 апреля 2022 года. Мгновенная карма. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. В сегодняшнем послании я хочу раскрыть вам тонкости работы кармических законов в свете энергетических изменений на вашей планете. Как уже не раз говорилось в моих посланиях, в силу новых высоковибрационных энергий, идущих сейчас на Землю, временные рамки действия этих законов сжались до предела. И произошло это потому, что в настоящее время все энергетические процессы стремительно меняют свои параметры. Я уже рассказывала вам о том, что в мире пятого измерения все ваши желания будут тотчас исполняться. Это будет происходить за счет того, что вы будете находиться на одной вибрационной волне с Землей. То есть ваши мысли и эмоции смогут мгновенно сонастраиваться с вибрациями окружающего вас пространства. Но поскольку сейчас ваша планета уже практически вошла в новое высоковибрационное пространство, то характер взаимодействия с ним людей все больше меняется. Так человек, находящийся на высоких вибрациях, способен почти мгновенно воплощать в жизнь свои желания, резонирующие с высокими вибрациями Земли. А желания человека, чьи вибрации так и остались на уровне трехмерного мира, наоборот, энергетически отталкиваются от нового высоковибрационного пространства. В результате любая негативная мысль, эмоция, уж тем более действия, мгновенно возвращаются к нему в том же качестве. Именно это и называется мгновенной кармой. Другими словами, любое небожественное действие отторгается новыми энергиями и рикошетом возвращается к тому, от кого оно исходило. Конечно, определение мгновенной не следует понимать буквально. Я использую лишь потому, что в былые времена карма возвращалась человеку через многие годы, а порой даже в следующих воплощениях. Поэтому то, что теперь она возвращается к людям в течение нескольких месяцев, недель, дней, даже часов, действительно можно назвать мгновением. И вы можете наблюдать за этим процессом не только на своем собственном примере, но и на примере тех, кто вершит сейчас судьбы мира. Уже совсем скоро все преступные действия марионеток глубинного государства, искусственно создающих сейчас на Земле политический, экономический, моральный кризис, обернутся против них самих. И все вы явитесь свидетелями того, как слой за слоем будут скрываться истинные цели их деятельности, направленные на уничтожение человечества в самом прямом смысле этого слова. Многие откажутся верить в происходящее. Настолько чудовищные преступления, которые совершались теми, кого привыкли вы называть сильными мира сего. И карма настигнет их сполна, поскольку их низменные мысли, эмоции и желания не смогут воплотиться в жизнь уже в силу того, что они несовместимы с новой энергетикой Земли. Они не совпадают с ее высокими вибрациями, и в данном случае ни власть, ни деньги уже не смогут им помочь. Так с каждым днем расслоение людей по вибрациям будет все больше увеличиваться, что в конечном итоге приведет к полной отстыковке высокой вибрационной части человечества от той, которая не сможет энергетически вырваться из трехмерной реальности. И отныне никто не сможет повлиять на этот процесс, поскольку свои права уже полностью уступают законы Вселенной, а не человеческие законы дуального мира, которые не способны существовать в новых энергиях Земли. Помните об этом, родные мои, и не пускайте на самотек ваши мысли и эмоции. Выработайте в себе привычку постоянно следить за ними, с тем, чтобы ни минуту не выпадать из высоких вибраций, а значит находиться на одной волне с вашей планетой, которая вынесет вас в новый мир пятого измерения. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение.